прости тебя грешного. Я понял. Как вы снимаете? Нет, нет. Держите. Я оденусь сегодня. Угу. Thank you.
Сейчас еще подойдем, тоже там поститься наши все. Ну, большая радость для меня вас видеть. Мама, ты где? Дома. К сожалению, заболела. Ну, у нас чем прощение утром прошло. А это уж у нас так видно, что не приходили. Видишь, какие отношения со всеми священниками, с архиереем. Бог дал сейчас такой мир, покой. Вот артерии такой давно не приезжал. Я видела, а потом приезжал к вам. Приезжал к вам, я видела. Вообще в снег заехал. Выдачи не выдачи. Да, да. Народное веяние. Как от человека так многое зависит. Он буквально все изменил. Даже в прошлом году последний раз я шла ехать. Везет. Одни этого ходили послать по банку. Вот я их делаю разницу. А я он от человека это все зависит. Так у меня все эти бумаги. Сразу он не вышел на тропу войны. И пошел и приезжает, и служит, и проговаривает семинаристами, секретарями, там, скористами. Это же высоко известно. И патриарх спрашивает, а нам делить-то вещи, вера одна. Ну, вот такой, чтобы зайти и выйти, у нас этого нет. Чтобы накрасился кто-то, или это у нас люди нет. Он где-то? Да, мы не знаем. Он с утра, как мы пришли. Ну, там был инвентарь. Ему, видимо, плохо было. Нет, он не алтарь. Ну, он, потому что Алексей срочно позвал. Срочно вызвал. Одевай, без платка, у нас этого нет. Вот оно одевает. Берем где еще. Ты же видел уже. Конечно, там еще. Вы кого-то ждете? Да, еще там вот стоят на крыльце. Они неправильно сделали. Там нельзя приглядывать эти ветки. Что это накапало? Да никак, чаще сейчас не ожидала его видеть, она мне дорогу подарила. Или прости, видела я. Не знаю, что причина. Ну, как-то поговорить про счет воскресенье. Еще это, ну, сказала, так что он любит. Какое это значение не имеет. Раздеться, потом подержи. Уходим. В машине? Все. Угу. Я еще Люду-то не увидела. Она не машина. Там что-то написано. Мы завтра встречаемся по 6. С Рождеством, Христо. Я маме поклон. Поклон маме передавайте. Спасибо. Все хорошо у вас? Да, слава Богу. Как здоровье? Как видите, ходим по милости Божией. Вообще замечательное. Спасибо. Оля, хорошо. Слава Богу. Слава Богу. Где Надежда? Чего за дружащий? Нам добрые дела же надо как-то. Ну ладно, спасибо. Вот туда. Валера, помоги. Пойдемте быстрее. Ну сейчас все вместе туда и пойдем. Знаете, значит, вот это Галина была. Галина, вон она стоит, видите? Ну я видел. У нас-то в ограде. Ну. Это она была. Да она была. Да. Видите, в шапке в какой? А ты к нам сейчас приходила, Лиза? А? Я сейчас к нам приходила? Да, 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 стояла со мной. Прощение, прощение. Давай, быстрее. С Богом. Пошли все, на машине. Давай пойдем. А что у нас две машины? Две машины, места свободны. Сестер, заберите, что вы нашли? А, да они влезут. Разведи все. Ну, пошли, пошли, веди. Кому надо, подойдет. Да. Подойдите, машину. Куда надо, куда повезет. Ну, там, Лёха. Геннадий Тихонович. Давайте я подъеду. Не забью, думаю, тут епископом.
А ты Роман, а уже сейчас или полосмова? Знаешь, что? Сейчас я его на дорогу. Пошли, дорожки. Рано разговаривал. Да. Опросили прощения друг у друга и все. Ага. Да, вы все вновь, я разговариваю, не думаю. Алло, Андрюх, вот, выезжай. Не подписали, вот, Спасибо.